Футзал – динамичная игра, получившая свое название от места проведения, то есть потому, что она проходит обычно в зале. Впервые этот вид спорта появился в 1920-х годах в Бразилии, откуда его позже завезли в Европу. Особую популярность футзал приобрел в последние годы и сегодня активно развивается. Тот факт, что уже в следующем году Беларусь станет международной спортивной площадкой, не может не радовать. В Синёвкой достаточно и хороших игроков, и достойных залов, например, Брестский комплекс «Виктория». Комиссия, приезжавшая сюда, и президент Ассоциации мирового футзала полностью удовлетворены условиями Брестской Виктории. И в этом никакого как бы секрета нету. Всем это понятно, что Виктория соответствует мировым стандартам. Брест станет городом-участником чемпионата. Здесь пройдут квалификационные турниры. Какие команды будут играть в городе над Бугом, пока говорить рано. Еще не завершены отборочные туры. Однако настало самое время активизировать работу по подготовке к чемпионату. Пиар-компания, подготовка гостиниц и спортивных комплексов. Именно этим сейчас и занимаются организаторы. На данный момент мы находимся в самом начале организации продвижения чемпионата мира. Самый интересный, самый сложный этап, благодаря которому мы надеемся сделать из чемпионата мира действительно мощное событие, которое запомнится всем нашим согражданам на долгие годы. Во время открытого диалога обсуждались плановые организационные вопросы. Неоднократно звучала мысль о том, что чемпионат по своему культурно-спортивному размаху должен быть не хуже хоккейного. И организаторы, и участники будут стремиться к тому, чтобы чемпионат мира по футзалу прошел в соответствии со всеми международными стандартами и требованиями. Для этого будет делаться все необходимое и возможное.